Согласно медиаплану, разработанному Хакимиатом области, каждая региональная организация проводит пресс-туры для журналистов и блогеров, в ходе которой знакомит их со своей деятельностью. В этот раз инициатором пресс-тура выступил Самаркандский областной филиал акционерного общества «Региональные электрические сети». Участников проинформировали о проделанной работе за прошедшие 9 месяцев текущего года по дальнейшему улучшению электроснабжения в Иштыханском районе. Иштыхан туманы уткейли 9 айликте 156 миллион киловатт электроэнергии. 22-nji ýylda 156 million kWh elektroenergiýa bergen bolsa halyga, hazırkı 9 aylykda 180 million kWh elektroenergiýa ahalyga ýetkizip berdik. Bu degeni ötken ýylga nisbatan 17-18% istimalymyz aşdy, şuňa ýarasha düşümimiz hem aşýardy. 1970-nji ýyl gurulgan ýaçeýkalar uçurguçlarda hazır gününde yangisiga almaştırdık. 79'da transformator punktları 180 kilometr hava linyaları mükemmel tamırlandı. Avariyini brigadalar taşkil kılıngan. Her bittazıga bittadan avtomaşine birkitilgen. Hazır gününde Türk'te transformatorımız, Zahire'de turgan transformatorlarımız manşirde turuptu. Bitta 250'lik, bitta 160'lik, ikta 63'lik. Bu zahiramız tumanda 4'te uçaske bulup 4'te uçaskemizden kutu manşunluğu zahiralar yaratılgen. По утверждению специалистов, в Иштыханском районе проведена большая работа по бесперебойной подаче электроэнергии в осенне-зимний сезон. Согласно плану, отремонтировано 79 трансформаторных пунктов и 149 километров линий электропередач. До 1 ноября текущего года планируется еще дополнительно отремонтировать 6 трансформаторов и 12 километров линий электропередач. Oxirgi bir yılda mana shu davlatimiz rahbari tomonidan Iştıhan tumaniga 11.1 milyard so'mlik faqat elektr energiyaga mablag' berildi. Faqat elektr energiya juda katta. Bu Iştıhan tarixida bo'lmagan, misli ko'rilmagan mablag' bu. Biz bunu halol pok deputatlar orqali xalqqa yetkazib qilinadigan ishlarni doimiy ravishda shu matbuotda ham yoritib boryapmiz qilgan ishlarimizni. Iştıhan tuman hokimligi mahalliy budjetidan biz hisob-kitob qilgandik, bu Iştıhan tumanida ahvoli og'ir shu ko'p yillar xizmat ko'rsatgan simyog'ochlarni almashtirish masalasi bo'yicha 2000 ta stolbani almashtirdik. Bugungi kunda mana shu o'tgan anomal sovuqda ham ko'p qiyinchiliklar bo'lgandi. O'zimiz mahalliy byudjetdan 500 million so'm mablag' ajratib 500 ta stolbani olib borib o'rnatdik. Журналисты и блогеры ознакомились с работами, выполняемыми районным электроснабжающим предприятием Махале-Чагатай на основе программ «Благоустроенный дом», «Благоустроенная Махаля», «Благоустроенная улица». На территорию доставлено и в настоящее время монтируется 300 железобетонных опор ЛЭП, 4,5 километров СИП-кабелей и 3 трансформаторных пункта. По представленным данным, районное электроснабжающее предприятие имеет 4 подстанции, одна из которых, главная Ишонч, обеспечивает район электроэнергии. На месте одного трансформатора пункта мощностью 25 тысяч киловатт установлен новый с мощностью 40 тысяч киловатт. Участникам пресс-тура об изменениях рассказали на месте. В целях подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов на данной подстанции заменены и введены в эксплуатацию 10-киловаттные масляные выключатели.